Вероника Почоп ТВ представляет. Итак, если вы настоящий коллекционер почопиков, то я вам подскажу. Значит, если у вас не хватает, например, денег, да, или там родители покупают их, то вы придумываете так. Можно же обменяться, наверное. Ну, конечно, можно. А, и не то, как я раньше обменивалась пэта на пэта, да, потому что можно только так, а так. Но теперь я придумала новый способ. И хотите, я вам расскажу тайну? Да, это обмен. Итак, сегодня я расскажу про обмен. Значит, вот это такая ласка милая. Мы с девочкой обменялись, переписались в соцсетях. Вот, и обменялись в такую ласку. Она мне дала ласку, а я обменяла собаку, такую розовую двойняшку свою. Итак, на кого же можно еще менять почопиков? Например, есть другие коллекционеры. Не только же почопиков некоторые коллекционеры, правильно ведь? Есть коллекционеры, которые коллекционируют, например, пончик, как моя подружка, к примеру. Монстр Хай, например, вот. Всякие там Братс, ну, в общем, всякие разные игрушки. И как бы можно обменять, допустим, на почопиков. Вот мне сегодня одна девочка написала, что «О, это очень будет здорово, если ты мне обменяешь, типа, 3 понишек». Она сказала: «Хорошо, только ты пришли, ну, пришли фотки, ну, как бы, почопиков». Вот, и в итоге, пока жду ответа, ну, ответит. В общем, такая вот ласка красивая, у нее синенький отлив, такой какой-то сине-сиреневый, что ли. Вот, зовут ее Рита, глазки у нее голубенькие, и она мне как бы очень нравится, вот у нее тут лапетик. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч!